Керсари – это чувашский праздник урожая, а в переводе – осеннее пиво. Его проводят после завершения осеннего сбора урожая. В этот день чуваши приглашают в гости родственников и друзей. В Самаре соседями чуваши являются многие народы, поэтому вход на праздник, который прошел в субботу в Доме культуры имени Литвинова, был открыт абсолютно для всех. Мы очень любим свой язык и стараемся, чтобы их никто никогда не забыл, чтобы наши дети учили этот язык, чтобы старые не забывали. В день праздника Керсари принято весело проводить время, петь песни и выставлять на стол лучшие национальные блюда. Варить пиво и угощать всех гостей. Блюда у чувашей незамысловатые, но очень вкусные. Это главное национальное блюдо чувашей, называется шартан. Желудок, фаршированный всякими разными вкусностями. Я отсюда долго не уйду. Многонациональный праздник продолжили финно-угорские народы. В Самарской области их больше 70 тысяч. Основные народности – это мордва, марийцы и удмурты. Познакомиться с культурой этих и других народов, входящих в финно-угорскую группу, можно было на концерте в Доме дружбы народов. Здесь можно было услышать песни этих народов, увидеть старинные танцы и познакомиться с национальными костюмами. Лейтмотив от нашей сегодняшней встречи. Конечно же, мы должны помнить свои корни, знать их, развивать культуру, но всегда помнить, мы прежде всего россияне, мы граждане России. Что такое традиционный ислам и почему сейчас мусульманам надо показать, что их религия не имеет ничего общего с насилием и разжиганием конфликтов? Об этом говорили на форуме мусульманской молодежи «Мусульмане в современном мире». Мы пытаемся доказать, что ислам – это религия мира, мире религии добра. И то, что происходит в мире, никак не связано с исламом. Когда люди именем Всевышнего творят зло, это неправильно. Мусульмане Самарской области надеются, что мир поймет, что террор и казни не имеют ничего общего с истинным исламом, и что весь мир должен сплотиться против общей беды, невзирая на вероисповедание и национальность. Андрей Трой, Артем Сулайманов. События.